С надеждами и с большими ожиданиями приглашаю вас на большой футбол. Как всегда, с вами Василий Соловьев и Юрий Розов. Мы можем видеть расстановку игроков в статике. Пока про игру мы не знаем ничего. Но первый удар по мячу состоялся, и с каждой секунды мы будем узнавать про нее, эту игру, красавицу, все больше и больше и больше. Захарьяш Кшевицкий сегодня будет главным судьей, и его свистки очень сильно определят, как пойдет игра. И офсайд. Как Денис Карадениз. Соломон Рандон. Вот это мы и называем плотностью игры. Педро. И если пробьет отсюда, может быть очень опасно. Они. Позицию выбрал, встретил соперника довольно жестко и мяч там. Рязанцев. Педро. Ярко. Чистенько, аккуратненько на план. Давайте-ка мы попробуем вспомнить, чаще он попадает в створ или промахивается. Почему-то я думаю, что победят первые. Можно ли такое не забить? Отбор-то хорош был, но вот сразу в контроль катиться защитник не сумел. Соломон Рандон. Серхио Бускетс. Денис Карадениз. Соломон Рандон. Рязанцев. Ну и вот результат борьбы. Мяч отобран у игрока и катится по газону. Хороший проход, и явно он нацелен на удар поворота. Месси. Ну и как ты думаешь, Вась, проявит себя сегодня этот парень или нет? Думаю, надо бить и забивать. Вновь в игре, а теперь его минута. Маскерано. Когда Хавьер Маскерано находится в центре поля, то команда может быть спокойна, потому что он очень хорошо разрушает атакующие действия противника. И как бы так не вышло, что хороший отбор вообще в минус команде пошел. Концентрировано, обучено, вот так головой довольно далеко. Учился рикошет и, естественно, вполне что мяч в ауте. Александр Рязанцев. Кузьмин. Рязанцев. Соломон Рандон. По праву сильного забрал мяч. Мяч отобран у игрока, но еще, как говорится, не присвоенный другой команде. И мяч уходит на угловой.
позиции игрок Барсы. Буквально зажимают соперника на его половине поля. Хорошо. Ну и вот играют друг с другом вдвоем. Ух, какая борьба плотная. Соломон Рандон. Еременко. Конечно, спасибо. Ёрничаем над ведущими новостей, скажем так, в первом тайме счет не изменился. Безусловно, банальная фраза, как бы нам не заснуть, очень подходит к этому матчу пока. Ну, матч банальный, игра банальная и фраза банальная. Все логично. Ну что ж, мы будем надеяться, что второй тайм как-то нас немножко вознаградит за терпение, которое мы все, футболисты, не в счет, проявляли в первые 40 минут. Ну а что, я никуда не тороплюсь. Соломон Рандон. Андрес Иньеста от борьбы не уклоняется. Серхио Бускетс. И очередной опасный момент у ворот соперника Барселоны. Сыграл головой в прямом и переносном смысле. Думаю, надо бить и забивать. Как Денис Карадениз. Это всегда минус защищающейся стороне. А счет равный. На каждую замену наставник противоположной стороны, в общем-то, должен реагировать. Фланговая передача в штрафную. Мог отскочить, наверное, и в другом направлении мяч, но улетел куда улетел. За пределы поля. И получается угол. Сесар Навас. И вот отличный удар головой. Однако вратарь спасает положение. Команда может быть благодарна вратарю сейчас за то, что она по-прежнему не проигрывает. Просто подарок мяча сопернику. Смотрим и любуемся на Месси. Сесар Навас. Забивать. Я не думаю, что у арбитра здесь есть повод придраться. Все по правилам, все чисто, все красиво. Нахо. Думаю, надо бить и забивать. Похоже, его передышка была нужна после отбора, потому что кажется, что он мяч теряет снова. Головой подаст Барселона. Ну все, мяч выбит из штрафной, защитник может быть доволен собой. Думаю, надо бить и забивать. В очередной раз отобрал мяч у соперника, как конфету у ребенка. Соломон Рандон. Прочитал он эту передачу и легко ее перехватил. Как Денис Карадениз. Хороший проход, и явно он нацелен на удар по воротам. Соломон Рандон. Думаю, надо бить и забивать. Вот момент. И соперник пока должен быть доволен результатом, который на табло. Потому что в этой ситуации забивать было нужно. Когда
делать замены и какие, это, безусловно, тренером только решается. Это их огород, и их видение игры является обоснованием для изменений в составе. Внешне легко порой кажется, да, Барселона создает моменты. Легко обыгрывает защиту. Большинство кроссов перехватываются защитниками, если защитники хорошо подготовлены. И обыгрывает защитника. Передача не доходит для адресата, защитник ее прерывает. Соломон Рандон. Дорбинский. Думаю, это шанс. Арбитр поднимает флажок, а значит, игрок совершил рывок чуть раньше, чем нужно. Офсайд. Замена двойная, но в разных коллективах. Кузьмин. Еременко. Ани. Бегали, устали команды, а нашла коса на камень, на табло счет равный.